Умный дом – это система, в которой устройства могут общаться друг с другом и сами выполнять действия. Сначала поставим умную колонку. Она будет отвечать на вопросы и выполнять команды. Умную колонку нужно подключить к Wi-Fi. Wi-Fi-роутер передает интернет на расстоянии. К нему можно подключить много разных устройств. Давай научим колонку управлять температурой в доме. Для этого нам нужен кондиционер. Он будет охлаждать воздух. Умные шторы можно открывать и закрывать голосом. Робот-пылесос будет заботиться о чистоте дома. Он сам проведет уборку. Умный чайник может подогреть воду, пока ты идешь домой с прогулки. Термостат поможет колонке узнать, какая температура в доме. А домашний кинотеатр покажет кино и мультфильмы. Молодец! Давай поможем умному дому научиться управлять всеми гаджетами. Включи свет. Привет, я дома. Привет, Дим Димыч. Закрой, пожалуйста, окно. Очень жарко. Установи температуру на 21 градус. Передвинь ползунок, чтобы установить температуру. Завари, пожалуйста, чай. Включи, пожалуйста, проектор. Выключи свет. Все, настройка умного дома завершена. Дальше он справится сам. Молодец. Ой, как тут все запущено. Надо все починить. Систему полива исправили, теперь надо разобраться со светом.
Осталось починить систему проветривания. Мне кажется, ему уже лучше. Смотри, как красиво!